Добрый день, дамы и господа. Я Хазеро Бересатеги, старший стюарт рейса номер 2549 компании «Пенинсула», летящего в Мехико. Прошу вашего внимания. Мы с коллегами постараемся сделать ваш полет очень приятным. Сумасшедшая сказала, что она экстрасенс. А потом стала водить руками по телам Алекса и Бенито. Кажется, я чую кровь. Меня хотят убить. Хотят меня сбросить. Вы знаете, я не был. Напомните? Нет. Вы же абсолютно аморальны, нет проблем. Во время посадки самолет может разбиться. Или мы взорвемся. У нас пара проблемок. Серьезных, если честно. Хотим забыться. Что ты положил в коктейль? Сверхдозу мескалина. Где бы ты был без моих молитв? Да, о чем молишь? Чтобы ты бросил пьянки, наркоту и мужиков. Тискать.